1 сентября стал особенным днем для всех будущих педагогов Казанского федерального. Посвящение молодых учителей в профессию впервые проходит в Казанском университете, так что эта церемония уже положила начало доброй традиции. Торжественная церемония посвящения студентов первого курса Казанского федерального университета в учительскую профессию можно считать открытой! Мероприятие собрало не только студентов, но и преподавателей с огромным профессиональным опытом, которым, кстати говоря, им уже не терпится поделиться. А хочешь, я расскажу тебе о других талантливых людях? Конечно, хочу, мастер! Тогда идем. Хочу сказать о том, что еще есть прекрасная перспектива стать педагогом, ибо среди людей, немеркнущих профессий, на вечность предъявляющих права учителям, к вдохновенным песням, жить на земле, пока земля жива. Поздравляю всех! Инициатором проведения столь важной для начинающих школьных преподавателей акции стал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. По его мнению, молодых педагогов, которые приняли решение посвятить свою жизнь детям в школе и поступили в КФУ на обучение по направлению педагогика, необходимо всесторонне поддерживать. Как было сказано, какое зерно мы посеем, это зерно даст хорошие плоды. А плоды получает человечество из детских садов, из школ. И вот какие выпускники нашего университета, получив образование, компетенции в стенах Казанского федерального университета, придут в школу, во многом зависит от всех нас. Также в акции приняли участие такие важные гости, как заместитель министра по образованию и науке Республики Татарстан, помощник президента республики, заслуженные учителя школы и администрация лицеев Казанского федерального. Слова напутствия от первых лиц города чередовались с концертными номерами. Подарком для гостей праздника стали эстрадные композиции, стихи и танцы в исполнении студентов КФУ. Анарина Ганиева, Аделя Шамилова, Ленар Давлетьяров, Универньюз.